Свой очередной юбилей Мария Сергеевна Морозова отмечает в кругу семьи. Вокруг внуки и правнуки. А теплые слова она получает не только от родственников, но и представителей администрации, у которых поздравлять долгожителя уже стало доброй традицией. За все, что вы сделали, что сделало ваше поколение для нас, для всей страны. Труженики тыла, спасибо вам большое, с днем рождения. Я поздравляю вас от имени главы администрации района Алексея Николаевича Науменко. Спасибо. Будьте здоровы, радуйте своих близких и будьте счастливы. Мария Сергеевна родилась и выросла в станице Исправной. Как и многие ее сверстники, рано начала трудиться. На момент начала Великой Отечественной войны Марии Сергеевне было всего 10 лет. Работала в колхозе, собирала кукурузу, обрабатывала ее от вредителей. За долгую жизнь повидала всякое. Вспоминая тяжелое время, не сдерживает слез. Бабушка, что-нибудь из жизни там. Как вы работали? Может, какие-то истории были у вас? Знаменательную какую-нибудь. А что я расскажу, как мешки картошкой тягали. Сейчас Мария Сергеевна даже не чувствует свой возраст. Сидеть на одном месте не может. Даже когда внуки просят не утруждаться, тайком берет тяпку и идет в огород работать. Хочет работать, уже не даем, если честно, немножко. Уже время, годы все равно устает, чуть-чуть поработается, то ноги болят там. Как бы не даем. Мы работаем, дома нас нету. Дети в школе. Она выйдет, вот это тупо управляет, скотина дома, соответственно. Выйдет, то тому кинет, то тому насыпет там. Как-то вот управляется, молодец. С теплыми и добрыми пожеланиями гости вручили Марии Сергеевне благодарственные письма и памятные подарки. Пожелали ей здоровья, долголетия и бодрости духа. В нашем районе, как, впрочем, и во всей республике, есть такая добрая традиция поздравлять людей с такими знаменательными юбилеями, как 90 лет, 95 лет. У нас были вот 2 года назад и 100-летняя в Исправной была жительница, которую мы приезжали, поздравляли. Это замечательная традиция, что мы можем уделить внимание, пусть такое небольшое, с теплотой, с добротой поздравлять наших тружеников тыла, участников войны. 90 лет – значимое событие, ведь далеко не каждому суждено достигнуть столь почтенного возраста. А Мария Сергеевна благодарит всех гостей за визит и ждет их на свой следующий день рождения. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.